Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Миллион Абдулла. Сегодня мы будем крутить патроны. Итак, что нам сейчас понадобится? Весы. Закрутка. Вместо навойника фломастер. Мерка-засыпка. Пробойник. Порох Сокол. Дробь номер 7. Пластиковый пыш-контейнер производства Кировский завод. Подставка для патронов. Капсулированная гильза. Прозрачная пластиковая прокладка на дробь. Украшение для патрона. Древесно-волокнистый пыш. Хирургическая лопатка. Хирургический пинцет. Фломастер. Вставляем патроны. Вешаем 2 грамма на 30 граммов дроби номер 7. Гирьку 2 грамма на чашечку весов. Открываем порох. Зачерпываем порох. Сыпем сюда. Добавляем пороха, чтобы стрелочка качнулась вправо. Немножко. Буквально несколько порошинок, и стрелочка ровно на 2 граммах. Закрываем порох. Засыпаем порох в мерку. Пересыпаем порох в гильзу. Убираем гильку. Разрываем пыш. Прокатываем пыш по углу. Вставляем пыш в гильзу. Навойником локоть на стол, усилие 10 кг до хруста. Отрываем кусочек древесно-волокнистого пыжа. Вставляем гильзу и досылаем навойником. Кладем гирьку в 20 и в 10 граммов. Открываем банку с дробью. Зачерпываем дробь. Насыпаем на весы. Добавляем. Добавляем убойную дробинку. Закрываем дробь. Сыпаем дробь в мерку. Дробь в гильзу. Гири на место. Вставляем пластмассовую заглушку. Красивую бумажку с номером дроби. Закрутку прикрутить к табуретке и положить ее на бок. Тогда можно будет закручивать вертикально. Здесь, не торопясь, подправить как следует, чтобы вошла, упереться коленом и понеслась. Вот такой красивый патрончик получился. Подписываем патрон. Дробь 7. 30 на 2. Ставим дату. 2014 год. И месяц 05. В интернете скачал картинки с птичками и номером дроби. Друзья подарили как она называется-то? Торец доски берешь, ставишь вот так вот, и молотком. Все. С вами был канал Миллион Абдулла. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вот здесь вот жмите. А здесь смотрите плейлист про охоту. Пока-пока. Будем вешать 2 грамма на 30 грамм. Закрутку крепим на табуретку, табуретку на бок. Гильза вертикально. Блин, неудачный дубль. А-а-а! Ёп, парасоте! Что ты делаешь-то? А зачем ты дорогу-то пристанешь?